понимаю, голубчики. Все понимаю. Только вы меня не жалейте. Скрутили старика в трубочку, а он все равно выкрутился. Я, голубчики вы мои, за внука беспокоюсь. Погубят его глупые родители. Надо мне к академику Петру Арестовичу Волшебникову сходить и с ним посоветоваться. Хороший мир, большой простор, и я веду с моей хорошей, большой хороший разговор. И я иду, и ты идешь, ты хороша, и я хорош, ты хороша, и я хорош. Плывет, постройте экскаватор. Дом, трудом, дом на огромна. Гудок, молоток, свисток, исток, стоп, 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 стоп. Семен Прохорович, до чего кстати, дорогой? Здравствуй, Петр Арестович. Ты знаешь, я без тебя как без рук. Опять мой автомат испортился. Ну что ж, поглядим. Вот. Винтик у него из головы вылетел. Готово? Плывет, постройте экскаватор, и быстро роет котлован. А там внутри сидит новатор Бобров Васильевич Иван. Скажи на милость, зачем ты эту машину изобрел? Как зачем? Она стихи сочиняет. Бобров Васильевич Иван. Правильно, сочиняет. Да уж больно дрянные. Пилоты, хорошо, что дрянные. Мой автомат призван решить благороднейшую задачу. Избавить тысячи рифмоплетов от бессмысленного, никому не нужного труда. Умный ты человек, Петр Арестович. Вот поэтому я к тебе и пришел посоветоваться. А что такое? Внуку моему феи подарочек принесли. Так, 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 так. А что за подарок? Клубок счастья, Петр Арестович. Так прекрасно. А я, Петр Арестович, опасаюсь. Чего? Счастье-то готовенькое. Все понятно. Минуточку. Thank you.
Что такое счастье? Ты хочешь отвечать? Счастье! Олегович, у тебя машина недомерок, и то ты ее жалеешь, а у меня внук. Спроси ты своих железных умников, можно ли человеку с малых лет обещать готовое счастье? И что из такого человека получится? Лодырь, бездельник, лентяй. Что ж ты хочешь добавить, малютка? Я хочу добавить балбеса. Правильно, малютка, правильно, молодец, молодец. Ну, как, Прохорыч, теперь тебе все ясно? Все. Мальчишку готовенькому счастью не допущу. Чей грубый ум, чья черствая душа осмелятся на злое самовластие и вырвут из ручонок малыша волшебницы дарованное счастье. Скажи, пожалуйста, почти настоящие стихи, а ведь это ты его так хорошо отрегулировал. Отрегулировал на свою голову. Совсем меня с панталыку сбила твоя механика. Вот бы самому пойти да проверить, что это там за счастье такое. Ах, вот что. Погоди, погоди, погоди. А ты в руках этот клубок держал? Держал. В таком случае... Этого вполне достаточно, чтобы синтетическим путем воссоздать весь клубок. Прохорыч, ты будешь стоять у дверей счастья. Странно. Счастье. Клубочек имеете? Имеем. Проходите. А где у вас тут детишки помещаются? Вот вам счастливые детишки в
дошкольного возраста. Летние каникулы, осенние каникулы и зимние каникулы. Опять же, весенние каникулы. Все время каникулы? Все время. А зачем им тогда школа? А какие же каникулы без школы? Выпускной бал. Престарелых следующий. В 9 утра завтрак. Затем до часу дня утреннее качание в качалках. Потом обед. И снова качание в качалках. В 20 часов ужин. И вечернее качание в качалках. В 22 часа сон. Во время сна демонстрируется художественная Во время сна демонстрируются художественные полнометражные сновидения. Домашние животные для полноты счастья. Тьфу ты! Стойте! Куда ты? Стой!